Всем привет, друзья! Сегодня буду заниматься подготовительными работами. Отвезу старые поддоны на новый участок, закажу песок, щебень и, скорее всего, начну заниматься новым забором с южной стороны. Желаю всем приятного просмотра. Начинаем! Хочу перевести все вот эти старые поддоны на новый участок. Скоро буду заказывать лес для опалубки фундамента. И мне этот лес нужно будет где-то складывать. Сейчас вот это все перевезем. Также хочу с собой взять еще вот эти вот обрезки хорошей доски. Эта доска мне, возможно, подойдет на распорки там или на колышки. Я ее циркулярной пилой распущу, и все пойдет в дело. И как раз таки здесь на участке все меньше будет всякого хлама. Как всегда, собираюсь и пошел дождь. Надеюсь, ливня не будет. Подключили нам электричество на участок, получается 15 киловатт. Все это обошлось под ключ 95 500 рублей. Цены, конечно, ого-го. С момента подачи на подключение до момента реализации прошло ровно 3 месяца. Считаю, что довольно быстро сделали. Ну, вот такой щиток. Вы наверняка спросите меня: Семен, ну а где сам счетчик? Счетчик у нас стоит, друзья, вот на самом верху. Сейчас вам его покажу поближе. Вон он. Трехфазный счетчик, вон на самом верху. Не знаю, удобно это, неудобно, но я думаю, сетевикам удобно. Сейчас хочу потихоньку начать собирать вот эту кучу. Бочки у меня нету здесь, чтобы ее как-то сжечь. Вывезу домой к себе на участок и сожгу там. А просто так вот это все запалить, ребят, ну
это будет грубо. Это вы сразу с соседями найдете общий язык. Работа по траве, конечно, не из приятных. Во-первых, долго, и руки можно поранить. Я вот тут один мешок набил, конечно, все идет очень долго. Скорее всего, когда будут идти земляные работы, я вызову машину, и все это, хай они сами там разбираются, куда девать эту траву. А на участке смотрю, да, трава такая хорошая растет. Ее бы почистить, и вообще будет красота. Но, правда, когда будут земляные работы, тут будет кися-меся. Вон какая вылазит вообще красивая. Посмотрите сколько, да? Класс. Ты кого ждешь-то, расскажи. Хмыренок. Хмырь. Ребята, я смотрю, здесь хорошо постарались. Забетонировали по полной. Видать, копали все. Трещина здесь большая. Но все равно в будущем этот столб будет демонтироваться. Ну, залили, не знаю. Видать, они лопатой копали. Ямку выкопали сантиметров, наверное, 70-80. Поставили столб, да и все. И залили. Заливали, правда, в минус. Ну, видите, они пакет сверху положили и землю насыпали. Я думаю, нормально. Держаться будет. Да? Как тебя назовем, пес? Полухаски? Хаски-дворняски, да? Ну, красавчик, красавчик. Земля еще мягкая-мягкая. КамАЗ проехал и сразу оставляет следы глубиной, не знаю, сантиметров 5-7. А вот здесь даже, наверное, все 10 сантиметров. Земля реально пушистая, мягкая. Сколько я тебе сумму уже? Хочешь в эти 30 сантиметров снимать? Мне не просто снять, мне нужно будет снять. Фу, сделал полчаса работы. И полностью весь этот мусор я закидал. Звонил, узнавал, сколько стоит именно вывоз. Вывоз стоит 4500. Это если ты будешь сам работать. Но я так по-умному поступил. Мужика сюда зазвал, чтобы он привез песок. Песок он привез, и говорю, давай я быстро загружу тебе вот это все. За 1000. Он говорит, нет, друг, 1000... маловато. Я говорю, ну а сколько? Он говорит, 3. Я говорю, нет, за 3 я, короче, буду полить это все. Ну, в общем, сговорились на 2000. Считаю нормально, 2500 сэкономил. Ну и немного сил потратил так, размялся. Даже приятно себя чувствую. Песик по-прежнему со мной. Камазист он поехал. Главное, чтобы вся эта трава у него не рассыпалась. Ветер очень сильный. А то будет приключение. А тем временем у нас сейчас сколько? Час дня. На улице солнце. И наша станция. О, так, подождите. Выдает. Да блин, что ж я пролистывал. 2,90. 2,9 киловатта. То есть почти
3 киловатта. И за сегодня, вот у нас сейчас час дня, уже больше 10 киловатт выработала. Шикарно идет. А в доме у нас потребление 2,9. 3 киловатта. Ну и здесь мы видим, что у нас тоже почти 3 киловатта. То есть сейчас вся энергия у нас идет в дом от солнца. Может быть, конечно, какая-то кроха и от сети идет, но в основном все у нас идет от солнца. Час дня 10 киловатт. Отлично. С учетом, что это начало марта у нас. Вызвали кадастрового инженера. Он тут замеряет нам наши границы. Сейчас будем колышки забивать. Несмотря на то, что наш участок уже был отмежован лет, наверное, 7 назад, мы решили повторно вызвать инженера. Хай пробьет все точки, чтобы мы забор уже ставили со спокойной душой и в будущем не было никаких проблем. Инженер проставил нам все точки. Теперь мы смело можем начинать изготавливать забор. Сейчас я один колышек забью здесь и другой вот в этом месте. Между ними натяну шнурок и будем уже бурить лунки для бокового южного забора. Так, первая точка — это у нас вот этот колышек четко по границе забора, плюс-минус там 5 сантиметров. Забил я второй кол и вон там, соответственно, первый. Теперь через каждые 3 метра забиваю колья и начинаю бурить лунки. Сейчас я буду бурить лунки для южного забора. Он будет из профлиста. А фасадный забор, получается, вот здесь будет лента длиной 34 метра. Здесь будет фасадный капитальный забор сделан. Сейчас будем бурить. Так, ну что, колышки у нас все на своем месте, в линию начинаю бурить лунки. Час работы и 10 лунок готовы. Аппарат, конечно, зверь. Мощный, хороший, но требует силы в руках. Если одному работать с ним, то руки, конечно, напрягаются, но бурит очень быстро. А так, в принципе, вдвоем тоже можно работать. Хороший аппарат. У него фишка главная — это тормоз, что есть. Если, не дай бог, там на камень какой-то наткнетесь или на корягу, то он на градусов, там, я не знаю, может быть, 45 бур повернет, но руки вам не вывернет. Вот этот рычаг, он об ногу вам ударится и сразу остановит бур. Очень хорошая защита. Вещь нужная, мощная, классная. Теперь обязательно все вот эти лунки я закрою доской, чтобы не попадали туда ежики. У меня был случай на том участке, когда я делал забор. Сделал лунки, и где-то через 3-4 дня я взялся за продолжение работы. Смотрю, а там ежик уже, ну, соответственно, он уже готовый лежит. Жалко было, поэтому сейчас обязательно закрою все это. Ежики, забочусь чисто о вас.
Заканчиваю монтаж ролика и хочу подытожить о затратах. На машину песка ушло 5000 рублей, 5 тонн щебня 8000 рублей с доставкой. Это выходит 1500 рублей тонна. Как-то, блин, дороговато стало. Напишите, какие цены у вас по региону. Будет интересно и мне почитать, и зрителям. Дальше у нас идет вывоз мусора 2000 рублей и кадастровый инженер 4500 рублей. Итог составляет 19500 рублей. В следующей серии буду бетонировать столбы, варить каркас. После завершения забора сразу перехожу на реализацию фундаментной плиты. Если вам интересно продолжение, подписывайтесь на канал. Спасибо вам за просмотр этого ролика. Желаю всем удачи. Скоро увидимся. Всем пока.